Всех приветствую, мои хорошие. Была недавно в магазине и достались мне 6, ой, 3 вот таких вот орхидеи по 6 белорусских рублей, которые решила я спасти. У этой орхидеи очень сильно высушены корни. То есть ее я буду отпаивать медленно и верно, так скажем. Честно говоря, опыта у меня не очень много по отпаиванию таких орхидей, но буду что-то предпринимать, придумывать, и вместе со мной я приглашаю вас спасти эту орхидею, так скажем, и восстановить и тургор, и корневую систему. Итак, что я сделала в первую очередь, когда я принесла эти орхидеи домой, это замочила их, как обычно, в актарии в Максиме, налив вот буквально сантиметрик воды и чуть-чуть их отпоив. И сверху, пока не вымачивались, я достала торфстакан и немножко заменила своим грунтом. Две из них, в принципе, уже практически... Одна точно отпоилась за вчера, вторая чувствует себя гораздо лучше. Но вот это я вот не столько отпаивала. И я вижу уже результат. За первый день корни уже начали набухать. То есть корни, в принципе, не потеряли всасывающие свойства. И сегодня я буду отпаивать ее, вот эти вот две орхидеи снова. А третью орхидею я уже поставлю отдельно, так скажем, среди других моих цветов, не орхидей, и она уже будет адаптироваться к моим условиям. А вот с этими двумя мне еще придется повозиться и восстановить им корневую систему и тургор, потому что, вы видите, листики у них очень такие помятые. Это говорит о том, что корни еще пока своей функции полностью не выполняют. Что еще я хочу добавить? Что никаких стимуляторов, янтарной кислоты и тому подобного на таких растениях применять нельзя. Что можно применять? Это поддерживающие препараты, похожие на Рибаф, например, и Пин, антистрессовые препараты. Орхидеи сейчас стресса хватает, поверьте. Поэтому никакая янтарка здесь ей не поможет. Ей не нужно наращивать корни или стимулировать ей какой-то активный рост. Ее нужно просто восстановить и помочь ей адаптироваться. И чтобы ее корни, корневая система и листья восстановились. Итак, на второй день я решила уже без фунгицидов и без каких-либо препаратов просто точечно по кругу пролить грунт немножко, точечно, капельно по кругу пролить грунт орхидей и оставить немножко вот с таким количеством воды для того, чтобы корни немножко попили. Посмотрите, я вчера вот не вымачивала, так скажем, сильно корни, но они у меня стояли тоже вот в полчаса где-то вот в таком количестве воды, и уже на утро вообще грунт был сухой. То есть и воздух у меня в подтверждение тому, как я и говорю, что очень сухо, и корни, в принципе, начали немножко пить, и это меня очень радует. Что я могу сказать? На третьи сутки корневая у самой плохой орхидеи практически восстановилась. Я ее смогла отпоить маленькими порциями. Сегодня я не буду ее уже проливать. Я хочу, чтобы грунт, который там немножко просох. В целом я довольна, потому что восстановился у нее и тургор. Отличные листики стали. И цветочек, который у нее был, он окреп. Он стал таким более упругим. То есть я хочу сказать, что если вам попалась в руки орхидея полностью пересушенными, с пересушенными корнями, не сделайте самой главной ошибки. Не напоите ее так, чтобы она потеряла все эти корни. Такие орхидеи нужно отпаивать совсем понемножку. И обязательно добавлять при этом фунгицид, чтобы приостановить гнилостные процессы.